Всем привет! Мы сейчас едем на какой-то пляж, который нашли Лариса с Сережей. Там можно кататься на банане, на катамаранах. У меня спина таки побаливает, я вряд ли на чем-то буду кататься, но еду со всеми. Не накрасила сегодня ничем лицо, никакой тоналкой. И вроде мне мои говорят домашние, что прыщики немного уменьшились. Совсем немного, но тем не менее действительно заметно. Я просто умываюсь уже недели две вот этим Катиным средством. Что за чудо сидит у нас в багажнике? Выхожу. Что с человеком делает Леня? Ты реально будешь так ехать? Тебя что такое? Я прям во весь раз. Сюда еще один кто-то сядет, в эту сторону. Вон там. Лариска? Может быть. Она сюда мерилась, я говорю, нет, знаешь, мне тут будет комфортнее. Костя, давай сюда мне это. Еда, вода, давай. Ты тоже в багажник? Да я предлагала вообще, чтобы я полезла туда. Она тебе первая впрыгнула, да? Да. Потому что так будет комфортнее. Подождите. Боже, я же уже не молода. Да, прям. Ой, села. Я влезла. Выходит, у нас машина семиместная. Сюда два ты хотела семиместная. Ну, вот тебе, пожалуйста. Смотри, Левушки тут поместились. Все нормально. Тут Чал, смотрите, я могу тут. Костя, это девчата у тебя тут. Я не знаю, что тут в машине в твоей. А ты вот это, не, какой багажник. Ага. Это Костя говорит? Да. Не еле уговорила, ходила за ним полутра, просила в багажник. Вот я Надя села. Я первая. Прикол. Где моя шляпа? А, вот она. Все, Алис, поедем на пляжик? Поедем на пляжик. Скажи, у нас же по домам пляжик есть, да? Зачем ехать? Придумали такое. Она хотела вообще на кораблик ехать. А, да ты что? Алисенька, а где Надя? Алис. Алисечка, где Надя? Девочка, привет. Вон Надя. А что, Надя там в багажнике сидит? В багажнике. Чудо. Багажник. Сейчас, подождите, я с бутылками. Боже, как же вы залез? Боже, как ты хорошо. Подожди, что поедем. Ой, я не закрылась, да? Нет. О, закрылась. Все, тетя, расслабляйтесь. Мы залезли. Выдохните. Там, наверное, уже все купаются. Надя, у тебя есть куда еще? Ой, вентилятор. Да у меня тут есть еще одного человека посадить. Ну да, мы это уже проверили. Надь, если остановит полиция, ты там погавкивать начинай, собак можно в багажник привезти. Серьезно можно? Серьезно можно? А еще лучше притворись, что ты не живая, а мы вроде бы манекен везем. Не, вот так вот сюда эти. Ты же, если они увидят, что там не живой человек, то скорее человек, манекен, скорее нас загребут. Вот так, смотри, даже не видно. А, тебе тоже не видно в окно. А тебе не надо в окно смотреть. Весело мы едем. И вообще не видно, что здесь это. Просто надо... А тебя, Надя, не видно. Там одни круги торчат у меня на камеру, по крайней мере. Тут вдруг выяснилось, что этот пляж нашли Костя, Сережа и Алиса, а вовсе не Лариса, как я думала. Нет, ты думала, я? Ты что? Да, вот это я пошла. Алиса большая или маленькая? Это Сережка маленькая. Это Сережа вчера Костю вытащил, я так понимаю, погулять где-то. Ну да, и не походили. Вот это они нагуляли. Боже, как тут страшно. Эти склоны, эти обрывы. Сами не знаем, куда мы едем, но посмотрим. Вот это вы сюда... Пешком ходили? А, вот это площадка. Представляешь? Это Алиска здесь погуляла на площадке. С ума сойти, да уж. Ты ее что, на руках все время таскал? Ну, по очереди, Сергей. Ну, больше я, не волнуйся. Я-то не волнуюсь, просто далеко очень на руках тащить. Я за тебя волнуюсь. Дай вон еще площадку. Тяжело ж. Ну, мы не на площадке. Блин, надо было мячик взять, там волейбольная сетка есть. Едем обратно. Нет. Да шучу я.
Надь, ты там хоть звуки подавай иногда, чтобы понимать, что ты там в норме. Мне тут просто шикарно. Она там заснула, наверное. Укачалась. Тут еще и платная территория, представляете? В зависимости от того, сколько мы там часов будем оплачивать, да? Ну, это за автомобиль, за стоянку. Ну да, да. Имеем такой шикарный пляж, на котором почти нет людей. Едем туда, где их толпа. Тут просто развлекухи. Ну, понятно. Так, где же теперь наши? На площадку хочешь, Мойсик? А полотенце мы хоть одно взяли, Кость? Я не брал. Вот это да. Ма, ты не брала полотенце? Да просто. Полотенце не взяли ни я одного. Я еще и думала брать, не брать. А Лиске надо было хотя бы. О, а ты как вышла? Я думала, ты еще там. Давайте же воды хоть возьмем. Да, давайте, а то она тут нагреется. А, мы их обогнали. Прикол. Да. А куда же вы шли? Чем мы вас не видели? Я не знаю. Мне кажется, Настя, лучше было и тебе машину выгнать. Лучше было и тебе взять машину. Далековато все-таки. И головных уборов не взяли. Уважаемые девочки и мальчики, берем по бутылочке водички, чай и пойдемте к банану. Пройдите к банану. Идут гуськом. Давайте здесь. Здесь. Мы взяли палатку. А то вообще не на чем было бы пристроиться. Там везде занято. Слышишь, Ларис, там везде занято. Палатку уж разложить надо. Палатка, да, большая. Палатка, это хорошо. Алисонька, иди к нам, маленькой. Что случилось? Что такое? Да нет, оно болит, она счесала ее конкретно. Знаешь, как это болит? В общем, подросткам туда нельзя. А ты уже подросток. Назар пришел, говорит, нашел горку для маленьких детей, для Алисы и Даши. Все смеются. Бедная Алиса, надо же так было сбить колено. Как мы теперь гулять тут будем? Мы нашли пластырь, заклеили Алисе коленочку. Поставили палатку и ее посадили. А все остальные собираются на банан. Ну, почти все. Я не пойду. Даша вроде не пойдет. Ну, и бабушка, разумеется, не пойдет. Так, смотрите, кто идет на банан. Вот все наши. Лариса, Катя, Вика, Назар, Настя и Сережа. В общем, вся семья Цукановых и наши Настя и Катя. Костя не захотел, говорит, когда-то попрыгал на банане, 3 дня спина потом болела. Надя боится. Даша на катамаране хочет. Ну что ты знаешь, такая спокойная. Ну да. Я тоже не люблю такие развлечения, слишком экстремально. Сережка уже окунулся, бабахнулся в воду. Здесь есть какая-то горочка, то, что Назар говорил. Вообще, я смотрю, что такие тучи идут. Наверное, скоро будет довольно прохладно. Без солнца. Мне аж стыдно, что мне страшно. Мне тоже страшно. Такой маленький вообще кусок. Повторила за Сережей. Надо было дальше. А я не сумасшедшая. Та сейчас пройдет. Я так нужна, дурочка. Фу, зато я теперь нырнула. А что это мышцы свело? Ты ударилась от удара. Сереж, мне сейчас было больно. Холодно тебе, какого зачем? Она сделала так, как ты. Как ты сделала, и на маме копнулась свой руками за дно. Она вот участки так болят. Как-то свело. Окунулась. Это как не чай. Смотри. Больно. Мне больно. Что?
какой-то со мной. Я покалечилась, блин. Сейчас песок посыпется. Сейчас в каких резких движениях? Я просто пальцем. Сегодня не хочу. Да, Алиса что-то не захотела на пляж. Сейчас обсуждаем о том, что жалко, что она с мамой не поехала. Бэтмен идет на взлет. Видишь, он А там семеро, видите? А эта штука как называется? Эта штука скат называется или как? Бэтмен. Мне на ската похоже. Не страшно? Ты каталась уже? Ой, как осталось? Кость, не передумал? А? А я не знаю. Надо гермаки, чтобы еще подавали. Когда вылетаешь с банана, как зайка, ну, волна. Серик? Я. Ты готов? Как пионер. Этот банан рассчитан на 10 мест аж. Наших 6 плывет. Мама, ты сзади или ты все последние? Можно мы с Настей посередине потеряли? Нам страшно. Все, я пан. Все, банда пошла. Удачного пути! Этот бизнес успешно процветает. Только одни слезли с банана, уже следующие залезли. Нормально. Еще кого-то подсадили вперед. Ого, что-то аж прям перебор на банане. 8 человек, сейчас 9-й лезет. Все, отплывают. Настя еще хочет потом на водном мотоцикле. Доносятся визги. По-моему, кому-то страшно. Далеко так заплыли. Ох, он резко развернулся. Упали. Упали. Фу, мне показалось, что они все перевернулись вниз головой. Опять перевернул банан.
такие перевернутые. Два раза уже. Два раза? Вот только что еще раз, видишь? Экстремал. Ну как вам на этом пляже? Что? Как вам на этом пляже? А пляж как пляж. Ну, обстановка веселей. Ждем, что они скажут. Ну, пляж спокойный вид этого. Плавание. Вон на дуваха есть. Мне на нашем пляже, кстати, больше нравится. Ну, потому что там меньше движения. Там как-то красиво и спокойно. Камушки. А здесь какой-то коттедж стоит, смотри, как на холме красиво. А то людям там жить, наверное, классно. Ну, кажется, это типа гостиницы. Может быть. Ларисе явно понравилось. И плыли. Да. Вроде возвращаются довольны. Падать, да? На меня просто сверху кто-то так грохнулся. А на меня Катя как свалится? Я туда, она на меня сверху. Капец. А кто на тебя грохнулся? Я не знаю, просто любимка. Настя вышла, держится я за плечо. Я Катю потеряли. А мне сказали, что надо падать, я группируюсь. А потом смотрю, все банальше. Сотрет на Насте сидит, а я. Привыкла? Да. Мне хватило предыдущего, когда он все падает. Потому что мы с Настей вдвоем. Нет, нет, только не падать. А самый экстрим, это когда едешь спереди. Все, да. Все ощущения полностью разные. Да, от волны. В серединке нормально. Там сам впереди был. Сначала сам он сзади, а потом перевернула, и я наперед залез. Да. Кажется, Алиса повела папу на эту горочку. Она, наверное, думала, что это обычная горочка. А тут что-то непонятное. Еле вас догнали. Бежали за вами, бежали. Я говорю, может, Алису на катамаране давай покатаем? А здесь как? Она сюда? Не, здесь ей рановато. Ну, горка небольшая, правда. Ну, и булькнется она в воду еще с головой. И нахлебается. В общем, Алиса таки хочет сюда идти, поэтому я залезу и буду ее страховать. Мне это сделать разрешили. Я буду тут сидеть. Залезай, Алиса. Залезай наверх, Дотя. Наверх. Не, сюда нельзя, Алиса, сюда нельзя. Наверх. Сюда нельзя, Алиса, девочка. Залезай вот так. Залезай, залезай.
Пролезай. В общем, нам пришлось подождать, пока выйдут другие дети, потому что они Алису толкали, спихивали. Сейчас Костя пойдет ее подстраховывать. Залезай. Залезай. Медленно, медленно залезает Алиска. Так совсем по-взрослому, Лен. Приклеила сама себе пластырь и полезла. Да. Ну да, у нее начал отклеиваться. И поглядывает на ту коленку. Там уже только там рано осталось. Но мы тут катаемся. А там вот там будет. Второй. Давай, давай, давай. Давай, Алиса, давай. Давай, моя девочка. Давай. Кость, поли ей водички. Она так потихоньку слезет. Ой, класс. Давай, съезжай, Алис. А меня полить? Алис, давай съезжай, давай, давай, давай. Боже мой, это прям целый ритуал. Застряла на водке. Алиса застряла. Давай, давай, Алис. Вот так. Сейчас мы поплывем на катамаране с Надей, Дашенькой. И же Алисочка, которая хочет спать и хнычет. Сейчас дядя даст жилетик, да, и поплывем. Надевай, на всякий случай. Скажи спасибо. В общем, мы плывем на одном катамаране, а девчонки на другом, чтобы нырять. Потому что мы боимся, что они если будут нырять с нашего, то нас сбросят. О, все, Надя перебралась. Все, спасибо. Надя и Костя у нас спереди. Капитаны. Слышала? За буйками. Ага. Спасибо. Ой, ноги поставлю. Поплыли. Спасибо. Пока. Боже, конечно, это стрёмно. Смотри, Лизонька, кто за нами плывет? Ой, как классно. Кто за нами плывет? А это Костя, это маячик плывет. Катя и Назарчик плывет. А тут и мама, и Даша. А тут Даша с нами, да, и Надя вон крутит педальки, и папа педальки крутит. Катя и Наша, и Вика. Да, все плывут. А почему надо именно за буйки, сказали, заплывать? Чтобы не мешать людям плаваешь? О боже, волны какие-то, потому что моторная лодка ездит. Да. Шатает на волнах конкретно. Ну, вроде равновесно. Ну да, мы так сели как раз. Кажется, они перевернутся. Сейчас в них впиляемся, не поворачивайте туда. Я не хочу на середину Днепра. Днепра? Да. Я не хочу на середину. Поплыли. Кать, вы в нас не врежетесь? Поплыли. Вы будете нырять? Да, вот так медленно, не так. Да, не так считает. Да, удачи вам. Честно, как-то это вообще стрёмно, как они летают. Ага. А они прям, блин, в воздухе аж там. Ага. Ужас. Слушайте, надо хотя бы на волны, вот как они боком. Мы так боком перевернемся. Это так шатает, бо мы боком. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Все, вот ровненько сделайте и все, как на матрасе. Если что, у катамарана из задней
Да по какую шею, Даша? Ты тут не достанешь ни ногами, ни руками. Тут 5 человек уместится. Да. Катя еще и с подводным боксом решила нырять. Слушайте, а тут могут какие-то эти подводные плавать? Акулы там, я не знаю. Тетя Лена. Это море, может, все будет. Мама. На катамараны можно нанимать. Я говорю, можно работать видеооператором за деньги вот тут на катамаране людей снимать, как они с этих штук слетают. Вот так вот и продавать им видео. Видеооператор из катамарана. И катамаран себе оставил. Не, мы не хотим. Не, спасибо. Мы полюбовались, как вы это делаете. Назар, вы в нас не врежьтесь только? Недостаточно. Настя, они на тебя наедут. Ты сдурела на ходу нырять? Настя, они на тебя сверху наплывут. Ну не так шатает, когда я посередине. Так и не приворачивайся. В общем, мы в основном наблюдаем, как ныряют Настя с Катей с катамарана. Столкнемся реально. О боже! О боже! Назар, ну не надо так близко к нам. Мы же можем нечаянно вас врезаться. И потом все окажутся в воде, и Алиса особенно. Не надо так близко к нам подплывать. Пожалуйста, отплывите от нас. Даша, он боится тоже. Да ну его в баню. Лучше на какой-то лодке, чем на таком катамаране. Я думаю, аж на лодке еще больше будет, наверное, этого. Ну там хоть бортики высокие. Понимаешь, а тут вода прямо так на нас заливается, это с волны. Вам вообще сзади, наверное, стрёмно сидеть. Да стрёмно сзади сидеть, вам спереди не так. Очень стрёмно, мама. Да. Я поняла, хорошо. А мне с Алиской так вообще стрёмно. Если бы я одна была, я бы не боялась. Поплыть хочешь? Поплыть. Алиса поплыть хочет? Да, да. Алишка тут глубоко плыть, сейчас на бережок. Тут так бережку выплывем. Да, тут уже не так страшно. Уже не так страшно. Даже если плюхнемся в воду, хоть берег рядом. Относительно. За Алису держаться, у нее спасать. Ну да, притопим Алису все. Боже, какие у вас фантазии. Видно, что вы родственницы. Она почему-то кренится в этот мой бок. Мы, наверное, с Костей тяжелее, чем вы с Дашей просто. Ну да. Мы, я, Костя и Алиса. Надо было мне сесть сюда, где Даша, ну тогда бы мы туда кренились. Ну да, я бы точно не поехала. Горчица. Что, ядреная горчица? У меня аж слезы. Она вся внизу просто. Сейчас и у Даши будет. Ага. Та пока. Нет, сверху нет. Жуй. Пойдем к бабушке. Пошли. Бабушка уже купалась, да. Судя по всему, на камушке. Удобно? Да. До Черкас бы так доехали? Легко. Тебя бы оштрафовали 150 раз. Если бы остановили. Кушай, Алис. Она так хотела домой. Говорит, Надя, пошли в машину. Пошли в машину, да?
Кто там? Там Надя. Ты знаешь, Лена, я тебе хочу сказать, тут такой багажник, что сейчас бы сел бы еще один человек сюда, худенький. Ну, к примеру, Катя. Или Назар. Или Назар. Ты можешь взять Назара. Может, Назара забрать. Ну, бы у них тоже получается кто-то лишний. Ну, так сядет потом у них кто-то, да? Так же. Ну, ладно, да. Да, поехали. Слушай, еще Назара еще сверху Даши давайте посадим. Да Даша и так сверху. Не, она сидит. А, да. Конечно. Она же не на мне. Дядька накрылся утеночком. Жарко, видно, кепки нет. Да утенком накрылся, надувным. Как шапка он. Поезд, подожди, притормозил. Так а что мне захотели тремя машинами поехать? Сережка сказал сразу, я не буду выгонять. Тут 500 метров идти. Вот это нам оттуда ее выгони. Потом туда загони, ее сложно туда загонять каждый раз. Mm. Прогревать надо минут 15, бо це ж газ. В общем, ну, дольше возиться, чем той типа езды. А девчонки тоже сказали, мы пешком, да? И Настя сказала, вот тоже я не хочу выгонять машину, потому что вот это ее выгони, потом загони туда. Ну, короче, неудобство, понимаешь? Понятно. Ну, из-за такого расстояния, что типа ж недалеко. Захотели идти пешком, а я не хотела. А что я одна из них поборю всех, что ли? В багажнике тишина. На ногу качала. Я вижу Надю на ногу. Надя, ты спишь? Нет. Это Алиса уже спит. Я смотрю, она пока спит уже. Я уже тут и привыкла жить. Как будто бы здесь уже и живем. А не просто на время. Въезд по пропускам. Пропуск. Бип. Мне кажется, здесь скучно. Все, мы приехали. Лисеньку переложили. И Костя едет за остальными назад. Вторая ходка. Они сейчас выйдут туда, к шлагбауму. Лисеночка положили на Катино место.